Ведьбак Геральт, что тебя сюда привело? Захин Шмарц, понятно, что за крики слышны из твоей башни. Ты бы лучше пользовался обезболивающим. Конечно! Да у меня аллергия на травы, поэтому обезболиваю только за дополнительную плату. Дело идет не слишком хорошо. Эти стоны, наверное, отпугнули потенциальных пациентов. Да не очень-то хорошо. Но это из-за бардака между эльфами и орденом. Ну, хоть у меня есть время для моей страсти. Я коллекционер зубов, я ведь говорил, да? А теперь во время войны столько интересных экземпляров. Не говоря уже о зубах разных существ. Странное хобби. Разве? Как по мне, самое обычное.